И осталось самое интересное, то есть мы только что наглядно доказали, что ручные, одноручные всякие кинжалы не берут, двуручный топор не берет. Ее порвало копье, но копье, блин, оружие победы, по сути. И есть еще такой снаряд, как метательное копье. Сейчас железку у нас. Ну, собственно, не копье, конечно. Но кажется, с такой фигней тоже будет не очень комфортно спать по ночам, если оно у тебя останется.